Первый набор был 81-82 год рождения, и с начальных классов. Он занимался вначале в первой школе, но ходил в гимназию на тренировки, а с 5 класса уже перешел и в гимназию, и систематически уже начал. Алексей и Чариков, Сергей с раннего возраста выделялись явно, ну, и ведением, и отношением, и всем. В Первую республику мы поехали в Осиповичи по 80-му году. Это они были на 2 года младше и уже выделялись. И неплохо тогда, даже третьими стали. Это люди, которые не любили проигрывать. Трудолюбие, естественно. То они сказал, сколько попасть, не уйдут с зала, даже еще просят остаться. Были 2 защитника, которые забивали по 10 трехочковых, могли в игре забить. С таким подбором игроков, таким, можно сказать, не лучше, чем в других командах. За счет работы они. Особенно этот год это сильно. Не знаю, сколько процентов, но заслуга тренировок очень большая. Я был на год младше, это был 81 год рождения, республика, и мы уже школьной нашей командой выигрывали этот чемпионат республики. И потом, вот я просто сейчас думал, как это подвести к нашему знакомству. И когда мы первый раз... Ну, обыгрывал ты меня, ну так и скажи. Когда мы первый раз встретились, мы уже были как чемпионы республики. И мы не видели там никакого там Ростислава Вергуна. И тут приезжают и говорят, что вот тут приехал сын тренера, такой перспективный, а мы-то уже чемпионы, то есть, ну, как-то, что там такой приехал, молодой. Это было на республике, мы жили в гостинице «Спорт», это была зима, и мы с окна сидим такие забитые, ну, не забитые, там, мы сидим и смотрим, как... что-то там в комнате общаемся, и через окно мы видим, как команда Могилева, которую, ну, по большому счету, мы там должны были обыгрывать там много, и впоследствии мы так и сделали. Они так весело играют на снегу, эта зима была футбольным мячом этим, он был, по-моему, салатового цвета, такой легкий этот мяч. Потом мы вышли, тоже что-то вместе там давай. И так вот завязалось это знакомство, и там была группа людей, группа ребят у тебя в команде, когда, ну, с которыми мы тоже плотно общались. Но вот это были такие классные первые такие впечатления, знакомства. Ну да, это хороший пример того, то, что мы рассказываем ребятам. Ну что, баскетбол – это не обязательно у каждого будет чемпионом мира там, или игроком НБА. То есть мы не можем этого обещать. Но при искренней любви и при искреннем отношении к игре игра может подарить тебе гораздо более важные вещи, такого как лучшего друга там, или какие-то эмоции, события, которые останутся с тобой на всю жизнь. Да, это, я тоже очень хорошо помню эту ситуацию. И вот, Леха начал рассказывать, и я понимаю, что, ну, вот в 12 лет, то есть мы приехали на соревнования, мы играли, и мы все равно хотели в свободное время идти играть в футбол, там, а не просто там терять, сидеть время, там, в потолок смотреть. Там. Приходили в комнату, то есть из улицы приходили в комнату. Вы на первом этаже жили. Да, да, да. И мы продолжали играть в баскетбол. Там вот это вот выражение «поставить банку», это в Воложе не было такого выражения. Это твои эти пацаны там. То есть мы там представляли, что кто-то бросает этот мяч, а тут да, это банка, там банка, я запомнил это тоже. То есть мы играли в гостинице вечерами, в комнате, все, искали что-то, в мусорку бросали, там. Хорошо. Отрабатывали броски. Вот ты мог поверить, что такой зал будет в Воложине, вот когда ты рос? Это мечта, конечно, была всегда. И, ну, скажем так, я из маленького города, да. Мы всегда были, я всегда тренировался в школьном зале, который, не знаю, в 3 раза меньше, чем этот, в 3 реально. У нас было такое понятие «потренироваться в большом зале». То есть мы, когда куда-то приезжали, у нас первая фраза была «О, классный большой зал, надо потренироваться в большом зале». Это было для нас нечто незнакомое. Поэтому, естественно, когда мы приезжали где-то на соревнования, и это был большой зал, то ну, для нас это было неудобно. Я вот запомнил очень хорошо этот турнир, который был на Новый год, у вас здесь проводился. Ну, во-первых, это сейчас, да, все садятся в маршрутку, как ты сказал, чартерный автобус, да, и ты едешь там в Воложин. Тогда мы ехали на поезде до Минска, садились в этот пригородный, как он называется, этот, ну, короче, на там, автовокзале был этот автобус, который надо было ехать стоя, потому что там их 2 или 3 в день ходило, они битком были. И вот мы приехали, была зима, и мы играли этот турнир в этом зале школьном, к сожалению, не знаю, сказали, что он ремонтируется сейчас, мы туда не попали. И мы жили в зале хореографии на матрасах. На матах. На матах, да. Ну, маты. Я помню, что вот, если бы меня вот сейчас завели туда, я бы вспомнил, у меня был третий от входа, вот он лежал, и мы спали в куртках и в ботинках, потому что отопления не было, и все равно это какие-то проводили тренеры эти конкурсы штрафных, там, 3-очковых, там, за минуту, на количество. Мы тогда начали общаться близко, потому что, ну, вот мы играли там по 2 игры в день, и мы жили там, по сути, вместе, то есть там принимающая команда, то есть мы там питались вместе, и, ну, вот этот баскетбол, вот он настолько захватывал именно вот этими эмоциями, и ты ждал этих соревнований, турниров, ты там не ждал каких-то чудес, тебе достаточно было вот этого, вот так вот. И самый дорогой приз был, это какой-то вымпел, неважно, баскетбол там было написано или какой-то другой вид спорта. И Леонид Владимирович подписывал своей рукой победителю, фамилия там была, это был самый дорогой приз.